Озвученные на федеральный уровень проблемы быстрее решаются. Яркий пример – поликлиника в Савино. Неделю назад по видеоконференц-связи полпреду Беглову рассказали, что в медучреждении течет крыша. Я написал президенту письмо. И меня пригласили на прием Беглову Александру Дмитриевичу. Я общалась. Ну, рассказал свою проблему. Цена вопроса где-то 3 миллиона, чуть побольше, наверное. Вот. Ну и я очень удовлетворена тем, что в присутствии нашего нового губернатора Станислава Сергеевича было сказано, что будут найдены деньги, и наша поликлиника в 2018 году будет отремонтирована. И вот несколько дней спустя поликлинику посещает в Рио губернатора Станислав Воскресенский. Обслуживает этот филиал Шуйской ЦРБ 6 тысяч человек. Оборудование по большому счету все есть, а вот ремонт надо бы обновить. На первом этаже перекладывают пол. Из-за этого у посетителей небольшие сложности. Регистратуру перенесли на второй этаж. Тем не менее, ремонта здесь не боятся, очень ждут. Крыша совсем худая. Полностью сгнили отливы, разрушена стяжка. Вот, существуют значительные промочки по фасаду здания. Это можно увидеть. То есть вот это основная проблема, потому что даже выполнение, например, ремонтных работ, это требуется все-таки хорошей кровли, и чтобы все помещения были сухие. В поликлинике работает 12 врачей, но штат не укомплектован. Молодых специалистов не заманишь. Не хватает двух терапевтов и врача общей практики. Проблему с кадрами будут решать на уровне департамента здравоохранения. Мы сейчас очень активно обсуждаем, какую кадровую программу создать, да, то есть различные ее этапы, различные наполнения, и будем активно работать с главами, чтобы кадровые программы, начиная с целевых направлений в институт, целевой ординатуры, какими-то денежными поддержками, может быть, льготной ипотекой, служебным жильем, были наполнены, потому что нам этот вопрос нужно решать. Во всей поликлинике нет УЗИ-аппарата, пациентов направляют в Шую. А вот аппарат для маммографии, хоть и 2012 года выпуска, современный и актуальный. На нем выявляют рак груди у пациенток. Показатели высокие. Обследование проходит у нас регулярно. Женщины Савинского района обследуются по требованию и по направлению. Также у нас женщины приезжают из Южского района, из Верхнего Лантиха и Шуя. К ремонту крыши приступят летом в строительный сезон. Закончить планируют за месяц. Закрывать поликлинику на это время не будут. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Савино.